В России стартовал конкурс «Мисс Молодежь». Тысячи девушек уже зарегистрировались для участия. Особенность конкурса в том, что жюри оценивает не физическую красоту барышень, а духовную. Получить звание «Мисс Молодежь» может каждая девушка в возрасте от 18 до 28 лет. Непременные условия – активная гражданская позиция, участие и организация социальных акций по различным направлениям. В Чувашии 5 претенденток уже активно борются за звание «Лучшей в регионе», чтобы представлять республику на всероссийском этапе. Присоединиться к ним еще не поздно, заявки принимаются до 30 апреля. Определить финалисток – интернет-голосование. А 15 мая станет известна обладательница короны «Мисс Молодежь России».